Значит, ситуация такая. Эту машину хозяйка, которая с номерами. А что, что, глюки. Хозяйка, которая с номерами, считает уже грудой металла. То есть, видать, она поломана, либо ее починить уже бессмысленно. Поэтому она позвонила сюда. Компания называется Cash for Crap Metal, что переводится как бы наличные деньги за груду металла. Вот. Ей дадут какие-то деньги, не знаю сколько, и, естественно, отбуксируют машину. Возможно, эта машина будет продана на запчасти, либо как-то исправлена, если это возможно, и продана по дешевке. Но, в принципе, если позвонить, приезжают очень быстро. Главное показать им документы, все бумажки подписываются, как я не успел снять, прямо на капоте автомобиля. Надо указать, что да, действительно, хозяин это я, не это чья-то другая машина. И все. Cash in hands, то есть наличные в руки. И все.